20 килограмм выступающий прессинг. Попробуй 10 секунд продержаться. Ну, 10 секунд медленно опуститься, не будет точки подняться. Такое тяжелое испытание. Данный прессинг, ну, в современных залах я не видел, как делать. Мы не берем вас тяжелоатлетики и так далее, и серьезно. Давай. Второй рабочий подход, 200 килограмм, выступающий приступ. Привет, немодные упражнения. Old school, блядь. Уровень 220 килограмм, выступающий приступ, буду пускать на страховке. Один повтор, секунд 10. Но 10 секунд будет тяжело. Фокусировки бинты интер и конвертеры. Боялся, что рам нас закинет. Страшно.